В зале более 1000 человек – школьники старших классов и студенты. Это городской молодежный форум «Я выбираю». Работают 10 интерактивных площадок. Здесь можно изучить основы робототехники, поупражняться в армрестлинге и аэробике и заодно сделать селфи. Настроение отличное, потому что именно сегодня огромное количество молодежи нашего города прекрасно соберется на одной площадке, сможет задать вопросы замечательным людям, которые добились в своей жизни многого на разных поприщах. Это спорт, культура, образование. Это здорово. На сцене представители власти, молодые предприниматели, деятели культуры. Сегодня они отвечают на вопросы молодых. В центре почетный гость. Он же инициатор форума и глава Самары Олег Фурсов. У нас очень много делается в городе, в области для того, чтобы вы могли реализовывать свои задатки. У нас происходит объединение вузов, укрепление вузов. У нас реформируется система образования, строятся спортивные сооружения, облик города меняется к лучшему. И нам всем очень хочется, чтобы ваш вклад, ваша энергия как можно больше участвовала в преобразованиях, которые проводятся в нашей губернии и в нашем городе. Четыре главных направления форума – это образование, культура, спорт, власть и общество. В ходе последней секции обсудили современную тенденцию – молодежь во власти. Сегодня молодые депутаты активно помогают своим старшим коллегам. Такой выбор и такую активную гражданскую позицию поддерживает председатель городской думы Галина Андреянова. Будьте активны. Перед вами каждый день стоит выбор. Я прекрасно понимаю, что вы его делаете. И важно очень вот иметь еще и ответственность за этот выбор. Не сходить на выборы, наверное, это тоже выбор. Но он правильный, неправильный. Давайте подумаем об этом. На форуме обсудили самые важные для молодежи направления развития города. Это стало своеобразным итогом акции «Я выбираю». По ее результатам 30% опрошенных волнует возможность получить хорошее образование. 20% выбрали ремонт дорог, 12% – доступность жилья. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Максим Гусев. События.